Ребята, привет! Вы на канале FireLife. Что ж, пришло мое время подлить масло в огонь по поводу коронавируса. Сделал я таких коронавирусы импровизированные. Будем тестировать их на Валере. Мы его подлатали с прошлых видео. Наложили клей на раны. Будем взрывать сейчас такие два маленьких коронавируса. Это не самые маленькие, но самые слабые. Ничего себе. По 60 штук, по 60 петард К0201. Вот тут чуть прилетело Валерчику. Самое опасное место. Что ж, для разогрева пойдет. Дальше мы возьмем такие маленькие коронавирусы. Это уже опасные, потому что будут лететь гвозди. Поэтому мы с вами будем прятаться вот за такой стенкой. Что ж, поехали. Ничего себе, громко. Даже не ожидал, что так будет громко. Гвозди летели, но никуда не попали. Пенопласт целый. Тут бутылки подвесил, тоже все целые. Валерчик не пострадал. Так, все хорошо. Поэтому возьмем. Есть у нас еще один такой футбольный мячик с гвоздями. Сейчас мы его положим. Так, поехали. Отлетело прямо у меня. Хорошая штука. Так, смотрим. Вижу гвоздик. Нет, не гвоздик. Что-то сюда прилетело. Ошметки какие-то. Валера. Валера чуть-чуть пострадал. Коронавирус поразил Валеру. О, ребята, смотрите. Это явно гвоздь сюда отлетел. Да, мощно. Давайте теперь возьмем такие. Это большой коронавирус на основе К1000. Мощная петарда. Так, поехали. Вау. Классно. Ребята, смотрите. Прилетело. Ай-яй-яй. Гвоздь. Валера, ты сегодня уйдешь раненый. Охренеть. Я просто в шоке. Бутылки целые. Валера получил в грудь. Давайте повторим. Посмотрите, как разворотило нашу подставку. Давайте-ка сделаем вот так. Сейчас поставим новую Пепси. Сверху коронавирус. О, вот так вот. Что ж, поехали. Твою мать. У-у-у. Жесть. Лайфхак, как открыть Пепси. Ну что ж, погнали дальше. Следующими я возьму такие коронавирусы. Здесь у нас основа. Это Корсар 6. Супербласт. Так, сейчас сюда положу. О, ребята, посмотрите. Это от предыдущего. Как разворотило. Что ж, Валера, молись. Поехали. Даже отсюда опасно. Ёб твою мать. Видим, что бутылка трусится прямо аж. Жесть.
Ой, 19. Так, сюда прилетела одна, один гвоздь, пенопласт. Валера, Валерия вот в бок, в бочину прилетела. Вроде ничего такого страшного. Давайте повторим. Опять такой же. Корсар шестой. Так, ставим. Поджигаем. Ну, они гахают. Жесть, ребята, смотрите. Сюда летят гвозди. Класс. Как скала. Бутылки. Бутылки целенькие. Валера, что там? О, Валера! Жесть. Вы только посмотрите, друзья. Итак, ребята, теперь у нас повышенный уровень опасности. Это у нас Fire Blast, замаскированный под коронавирус. Давайте его поставим вот сюда. Шиферные гвозди. Так, Валера, молись. Фух, погнали. Вы бы знали, как... Вау. Похоже, что мои импровизированные коронавирусы куда опаснее, чем настоящие. Вот это бомбануло. Валера. Вот. Сюда прилетело. Оторвало кусок пенопласта. Жесть. Вот это взрыв был. Что ж, ребята, давайте повторим. У нас оторвало подставку. Сейчас мы как-то подставим сюда. Так. Вот так вот. У меня с перепуга зажигалка с рук упала. Так. Погнали. Боже, ну и звук. Я, наверное, сильно близко поставил эту хрень. Она, конечно, сильная, но по ушам бьет. Так, все тут у нас в порядке. Бутылки висят. Валера стоит. Забили мы такую подставочку. Возьмем теперь коронавирус. Здесь у нас основа — это Crazy Robs. Так, поставим шиферные гвозди. Ну что ж, погнали. Жесть. Вау. Это очень сильно. Друзья, смотрите, сюда явно шиферный гвоздь прилетел. Старую рану. Так, сюда. Пенопласт нормально, все нормально. И бутылки даже в порядке. Я в шоке. Ну что ж, давайте возьмем последний коронавирус. Так вот, ребята. Пришло время взорвать наш последний большой коронавирус на основе Корсара 16. Эти бутылки меня взбесили. Я их близко поставил. Теперь у них нету шансов. Так, поехали. О! Ребята, это жесть. Фу. Да, конечно, не зря я потратил время на коронавирусы. Валерка, маска тебя не спасла. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мойте руки с мылом. А с вами был Fire Life. До встречи в новых видео. Всем пока.